Нашла свою? Да, нашла свою. Так. Это мне нужно рассказать. Значит, каждый раз перед началом новой сессии мы находим здесь свои персональные карточки. Вот она моя. Наталья Импресс. Значит, в этой карточке уже отмечены три сессии. Вот первая сессия у меня была с Доней Эпстин, а вторая сессия и третья сессия. Каждый врач, каждый специалист делает здесь какие-то свои отметки. И вот на сегодняшний день еще три сессии у нас. Соответственно, здесь все три отметки тоже еще будут. Я не знаю, будут ли нам потом давать какую-то обратную связь, они что-то говорили, или это просто нет, я не помню, что для это них, да? Такое. Это для них, для того, чтобы мы знали, кому конкретно сейчас попадем. Ага. И каждый врач вот здесь описывает конкретно, с чем у тебя работал. Допустим, вот врач пишет о том, что он полностью проверил позвоночник. Ага. Донни Эпштейн здесь конкретно написал, что расширение энергетического разума. Ага. Конкретно зачем я и приехала. Здесь у нас работала удивительная женщина, которая работает именно по биоэнергетике мышечных тонусов и костной системы. Это вот как будто бы они ныряют туда, мышечную систему, и выстраивают все дисбалансы. Это. И у нас еще было для группы, которая приехала с России, с Казахстана, с китаянкой вообще. Дыхательная практика. Да, дыхательная для нас, практика, да. Где она нас научила отдельно следить за дыханием, за эмоциями и за движением. Это очень необходимо человеку для того, чтобы в случаях, вообще в жизненной ситуации, что мы конкретно следили, что участвует. Мы иногда участвуем всеми тремя системами, и из-за чего мы вообще все ресурсы свои затрачиваем, то есть впустую. Там, допустим, какая-то ситуация жизненная, раз ты, у тебя и дыхание замкнуло, у тебя и движение сковано, эмоции вообще зашкаливают, причем не позитивные, не негативные. И это все она нас научила умело распределять и сняла блоки по отдельным точкам. Отдельная точка, у кого дыхательная, мы прям проходили такую удивительную практику, где она нас обучила конкретно найти точку позитивной энергии внутри и негативной энергии внутри. Это колоссальная медитация была, полуторачасовая, ну, вырывает вообще изнутри абсолютно все. Ты даже никогда не знал, где находится твоя негативная энергия. И путем определенных таких манипуляций работаешь ты сам с собой, руками ощущаешь. Они учат следить за этим потоком энергии. И вдруг ты понимаешь, что ты вообще не мастер, не специалист. И когда ты в себе находишь этот блок, я, допустим, нашла себя 3-4-летнего ребенка, который брошенный один. У меня очень ушла мама рано, допустим, я думала, это у меня нигде не записано. Я даже об этом не знаю. И я вытащила именно вот этот блок откуда. И вообще я хотела бы сказать конкретно, мы вчера, конечно, и о эмоциональном составляющем больше говорили, а сегодня я хочу сказать о другом составляющем. Я оказалась у Дони благодаря тому, что я оказалась у него, непланированное интервью. Я была в Амстердаме, я получила у него сессию и получила оздоровление по своей левой ноге. Я на него не наступала уже около 5 лет, она меня очень давно беспокоит. Я ничего не почувствовала. Только выйдя от него, идя к отелю, я обнаружила, что у меня походка исправилась, я полностью на ступню наступаю, причем без боли. У меня было вообще шоковое состояние, думаю, как так? Я столько с этим не то чтобы боролась, пыталась найти все способы, как от этого избавиться, как вообще найти, продиагностировать из-за чего да почему, а тут какой-то хиропрактик проманипулировал, и я вдруг ощущаю всю ступню, наступаю, изгибается ступня. Я думаю, каким бы образом мне попасть. Я очень благодарю Нину, Малину нашу и вообще команду, которая каким-то чудом, да, Павел Варлахин, если слышит, он мне прям
Телеграм скинул именно контакты Нины, и я записалась. Мне нужно было прежде всего здоровье. Я поняла на той сессии, помимо здоровья, они еще спрашивают, что тебе нужно. Личностные отношения, энергетический разум, когнитивный разум или эмоциональный разум. Каждый записывает свое пожелание, и вот здесь... Мне конкретно записано мое здоровье, вот прям даже подчеркнуто ручкой о том, о моем результате по здоровью. И зачем я приехала, тоже на английском написано, за энергией. Я думаю, мы люди очень все публичные, и вообще даже кто не публичный, энергия нужна абсолютно всем, для всех когниций. И, можно показать? Да, ну можно показать. Что личное? Да, ну, там ничего личного не написано, такого, чтобы невозможно было бы разглашать. Поэтому можно показать. И я попросила, именно мое пожелание было такое. Кто-то записал для себя личные отношения, кто-то там за эмоциями приехал, кто-то за здоровьем. Конечно, в основном я обратила внимание, все хиропрактики. Да, хиропрактики Америки приезжают для того, чтобы выправить себя. Я вчера разговаривала с Майами, русскоязычная пара, Нина, она рассказывала, что он является очень известным хиропрактом Америки во Флориде. Марк. Ее муж Марк. И мы, говорит, стараемся попасть на сессию Дони, хотя бы один раз получить, потому что это мастер вообще непревзойденный. Это прям видно, когда ты попадаешь к Дони. Это абсолютно другая работа, это абсолютно ощущение, даже которое человек не понимает, как течет энергия внутри или снаружи. Даже он ощущает, как это происходит. А другие мастера, хиропракты, они работают, причем на разных уровнях. Это заметно, когда ты к ним ложишься. Кто-то по косу, кто-то по мышечной системе работает, кто-то вообще по энергетическим блокам, кто-то обладает мало того, что хиропрактика, еще такими как способностями, биоэнергетическими, экстрасенсорными способностями. И они прям вот записывают, кто конкретно что с тобой сделал. Я очень надеюсь, что мы сегодня еще к трем разным попадем. И я думаю, что это просто великолепно будет работа над своим телом, над своим позвоночником однозначно. И, конечно, то, зачем я приехала, снять эмоциональные блоки, высвободить колоссальное количество энергии, которая внутри нас заблокирована. Я, обладая какими-то накопленными знаниями, я знаю, что энергия дана, она столько, сколько дана человеку, и мы его неразумно очень тратим. Для того, чтобы его распределять благоразумно для позитивного мышления, для правильных действий, нам нужно от очень многих блоков избавиться, которые не туда направляют нашу без того ограниченную энергию. И этот вопрос решает именно эта сессия Дони Эпштейн. И я призываю вообще всех абсолютно людей, кто вообще обладает знаниями энергетическими, кто даже не обладает этими знаниями. Нам уровень энергетический абсолютно человеческий необходим, и нужно обязательно иметь в виду, запланировать эту поездку. Я очень хочу, конечно, привести свою команду, очень хочу своих близких людей сюда привести. Я сегодня утром встала, у меня вообще опять снова другая походка, вообще другое определенное распределение физической энергии. Это просто колоссально. И для меня 5 лет, страдая болью в ногах, это для меня даже ощущение физически, энергетически я вам не могу объяснить, чем я обладаю, но физически я уже утром ощутила результат. Это колоссально. Поздравляю тебя, Роза. Спасибо. С тем, что ты уже здесь, сегодня второй день, поэтому да, не буду тебя больше задерживать, уже Дони там в зале. Классно.